Будет ли продлен третий сезон ужасов «Они» на Prime Video после второго сезона? Премьера политически заряженной антологии была в 2021 году. Первый сезон начался с истории о черной семье, переехавшей в белый район Лос-Анджелеса, а второй сезон — с истории о паранормальном маньяке в 90-х. Оба сезона затрагивают глубокие темы, включая структурный расизм. Первый сезон «Их», несмотря на спорную тему, был признан одним из лучших на Prime Video в 2021 году и вызвал достаточно интереса для второго сезона. Величайшее в шоу то, как оно эволюционирует от сезона к сезону, продолжая традицию, как у американской истории ужасов, каждый раз с новой историей. В отличие от других шоу, «Они недостоверны», ищут возобновление третьего сезона, спорный первый сезон может повредить программу. Третий сезон «Их» не подтвержден. Неясно, куда они пойдут после второго сезона, длительность программы не помогает удерживать зрителей. Первый сезон вышел в 2021 году, второму потребовалось 3 года, чтобы в 2024 году запуститься на Prime Video. Но шоу, антология, фанаты, не любившие первый сезон, могут обнаружить новый сюжет во втором, чтобы быть заманчивыми. Положительные отзывы могут влиять на возобновление шоу, но важнее все же цифры зрительской аудитории. Поскольку Prime Video изначально заказал 2 сезона еще в 2021 году, программа на самом деле не возобновлялась на второй сезон. Очевидно, что им никогда не опиралась только на своих поклонников, а будущий второй сезон вне сезона будет первым, когда программа окажется на грани. За счет структурирования программы, Prime Video может не спешить с продлением, и третий сезон не нужно торопить. Состав актеров третьего сезона «Им-Им» — это настоящая антология, очень похожа на многие из лучших ужастики за последние несколько лет, каждый сезон рассказывает совершенно уникальную историю и имеет состав актеров, в основном состоящий из оригинальных актеров. Ожидается, что эта тенденция продолжится, если программу продлят, и третий сезон «Им» может состоять из новых персонажей. Дебора Ирен — единственное исключение из этого правила, снявшаяся в обоих текущих сезонах, хотя и в разных ролях. Возможно, они начнут нанимать одних и тех же актеров сезон за сезоном, как в американской истории ужасов. Нарратив третьего сезона «Они». Третий сезон «Они» пока не подтвержден, но, скорее всего, он будет в другую эпоху, с совершенно новыми героями. Темы от сезона к сезону, например, расовый антагонизм и системный расизм в ключевых институтах, сохраняются несмотря на разнообразие. Третья часть может охватывать иной напряженный исторический период или использовать более современный подход, с ужасающей историей о современности. Вне зависимости от выбора сценаристов, сюжет, вероятно, сочетает ужас потустороннего с мистикой, интригой и обыденностью. Главные герои, как из потустороннего, так и у обычного миров, столкнулись с нападениями в первом и втором сезонах. Третий сезон программы должен сохранить эту схему, чтобы полностью передать страх, который она носит в себе. Спасибо за просмотр, и если вы впервые на канале, подпишитесь и...